Не было ли нарушения со стороны Зайкова? Сенаторов упал так, как будто... Ой-ой-ой! 3-0! Забивает! 3-0! Да, можете сейчас увидеть на повторе это. Ими и четвертый докучает. Ой-ой-ой. Какой сейчас пас не прошел, круто. А вот теперь вернул Графский Емельянову и 4-0. А ведь просто не прошел, Кастор был. Да. 4-0. 17-я минута. Приедут они и будет за легкой прогулкой. Завязывает Golden Eagle игра. Вот сейчас какая ошибка была Рахметов. Павел Шамарин. Конечно, сейчас вытащил. Да, Александр мёртвый. Крутый понарил. Да, да, это тоже возможно. Ой, как было разыграно. Балди. Играть на него, сам же отвлек всех. И Балдин остался практически. 11 банок забило. Всю игру пятым полил. Вот Белоусов. Алексей Белоусов. Номер 86 после прекрасного. Красота. Верхний угол. Это красота. Очень было круто. 6-0. Цвет формы очень близок к белому. Джамерз... Закол! Гол забивает все-таки. Красавчик. Кто это, Болотин? Да, угол престижа. Может быть, времени-то еще 15 минут. Манов, Сенаторов, Гельманов с ними. Гол! Докучаев забил. 6-2. Удается. Раскатали, Докучаев. Молодцы. Да, раскатали, да. И вот начали немножко опять усиливать темп. Эх, я думал, что... Гол! Еще один гол! Сенатора! Да. Это, кстати, ну, для меня, по крайней мере, для высшей лиги Запад, все, что я видел в большинстве. Это на самом деле говорит о том, что тренер... И тут... Гельман. Рахманов. Вот разыгрывают. Так, да? Ох, как... Гол! Сенаторов 6-4. Хорошо разыграли и головой сейчас сбрасывали, не пытались покатить. Прям счет, да. 4-1 в пользу Саратова. Первый тайм 5-0. 5-0 закончился в пользу Golden Eagle. За покроек. Гол! Рахманов! Как неожиданно! Вот это да! А по счету-то матч... Команды просто большие, они молодцы. 9 Павел Шамарин, Емельянов! Гол! Никита Емельянов! Похоже, все-таки снимает все вопросы в сегодняшнем матче. Гельманов не поменялся, он остался. Да, да, Гельманов все-таки не было Кирилла. Матч, счет вообще не расскажет, наверное, как складывался матч. А между прочим, счет был 6-0.